Итак, всем доброго времени суток. Сегодня наш вебинар будет посвящен акциям, которые будут проходить у нас, начиная с 14-го каталога 2018 года и заканчивается первым каталогом 2018 года. Итак, начнем. Первая акция у нас – это акция реактивации. Эта акция у нас касается тех консультантов, которые давно не размещали заказы в компании Oriflame. Давно это с 5 августа 2017 года включительно. Что же это за акция? Если консультанты, которые размещали последний раз заказ до 5 августа 2017 года, сделают заказ в каталоге номер 14 на 1200 рублей с 9 по 28 октября, то получат в этом же заказе подарок ультраудлиняющую тушь для ресниц Giordani Gold. Акция очень классная, очень интересная. Тушь тоже такая довольно-таки универсальная, которая подходит многим. Поэтому включайте своих консультантов, если у кого такие есть, и получайте подарки от компании. Следующая акция, новая, достаточно новая, да, у нас такое не было никогда, называется медальный зачет. Что же включает в себя эта акция, что же за медали мы будем получать. Все эти условия, конечно же, есть у нас в каталогах, но не все обратили на них внимание, поэтому сегодня очень подробно я коснусь этой темы. Вот смотрите, эта акция еще у нас может называться по-другому акция лояльности. Это для тех, кто делает заказы по каталогу для себя, для знакомых или также является лидером. То есть эта акция у нас для всех консультантов. Вот смотрите у нас какие условия. Акция проводится с 9 по 27 октября. Акция проводится с 9 октября по 27 января, то есть в течение 5 каталогов. Продуктом награды у нас, вот смотрите, за 5 медалей что можно получить, за 15, за 30. То есть здесь мы выбираем один продукт, не все продукты, а один из представленных продуктов. Продукты могут заканчиваться, не факт, что будут именно такие же продукты, то есть не надо привязываться именно к этим картинкам. Медали, полученные в течение каталога, можно обменять на продукты только в следующих двух каталогах. Обратите на это внимание. Копить их в течение 5 каталогов нельзя. При возврате продукции, то есть бывает, что какой-то возврат произошел или еще что-то, и если этот продукт был отмечен медалью, то значит минус у вас этой медали точно не будет. Вся информация о балансе медали и доступных продуктах можно найти на своем личном кабинете на сайте oriflame.ru. Возможности копить медали до 30-го 12-го, заканчивается до 30-го 12-го 2017-го. Обменять медали на продукты награды можно до 27-го. То есть все условия, все это прописано у нас в каталогах, прописано на сайтах, поэтому смотрите, изучайте, все там есть. Вы смотрите список продуктов, дающих медали в 14-м каталоге. То есть у нас будут в каталогах 15, 16, 17, вот тоже список продуктов, за которые можно получить медали. Здесь мелко написано, но можно сделать скриншот, увеличить и посмотреть. То есть это прям вот конкретно, которые у нас в 14 каталоге. Здесь вот просто картинками, то есть как они выглядят более крупно, да. И вот такой вот пример приведу вам из каталога. То есть вот так вот выделенные медалька прям нарисована, да, вот одна медаль, 9 медалей, 22 медали, 13 медалей, то есть все зависит от стоимости продукта. Чем дороже продукт, тем больше медалей вы можете за него получить. То есть приобретая себе что-то в течение одного-двух каталогов, вы можете получить продукт, который вам интересен всего лишь за 1 рубль. На первом слайде видно было, да? Что можно было получить, так туалетную водичку, как мужскую, так и женскую. Но даже при покупке, да, вот
туалетной воды себе и мужу, можно получить еще третью туалетную воду в подарок всего лишь за 1 рубль. Очень выгодная акция. В ней могут, еще раз повторюсь, участвовать все консультанты, независимо от уровня. Это очень удобно, очень выгодно. Так, следующая у нас акция. Акция по рекрутированию, то есть по приглашению друзей в компанию «Орифлейм». «Ты в центре внимания» называется акция. Она у нас стартует с 9 октября по 18 ноября. То есть два каталога. Каталог 14 и каталог 15. Роман Белоснежный, это официальный стилист «Орифлейм», говорит, что красный цвет один из самых модных в этом сезоне. Самый верный способ привлечь внимание – правильно расставить акценты. Красный создает настроение, добавляет образу элегантности и страсти. И если в вашем гардеробе будут аксессуары, которые имеют красный цвет, то вы будете в тренде. Какие же у нас условия? Условия для новичков. Приходите в «Орифлейм», участвуйте в новой программе по приглашению в центре внимания. Если вы разместите единовременный заказ на 1000 рублей в течение 72 часов после регистрации, то регистрация для вас будет бесплатна. Разместите заказы на 100 бонусов баллов суммарно в течение 21 дня от даты регистрации. Получите парфюмированную воду The One Dusting в подарок. И участвуйте в стартовой программе для новых консультантов и покупайте наборы продуктов бестселлеров всего за 199 рублей. Вот на этом слайде более подробно все это видно. Да? То есть у нас стартовая программа, как она была, так она у нас и остается для новичков. То есть при первых 100 баллах можно участвовать, получить первый шаг, да? Делая второй и так далее, третий, четвертый. Но здесь плюс к первому шагу добавляется парфюмерная вода The One Disguise. Правильное название The One Disguise. Она будет добавлена автоматически в первый балловый заказ, совершенный в любом из каталогов, следующим за каталогом в период действия которого консультант выполнил условия. То есть если в течение 14 каталога вы выполняете условия, то получаете туалетную водичку в 15-м, ну и так далее. Здесь все очень понятно написано. Да? В случае отсутствия продукта компания предложит равноценную замену. Но, как правило, если вдруг очень большой наплыв новичков и не хватает туалетных вод, что бывает очень редко, то равноценная замена тоже бывает, тоже по такой же цене, и достаточно актуальна тоже туалетная водичка. Так, что у нас получают люди, которые называются спонсорами, которые приглашают людей в компанию, да? Но для этого нужно как минимум разместить личный заказ на 50 баллов и более в течение действия компании. То есть в течение двух каталогов, 14 и 15, нужно разместить суммарный заказ на 50 и более бонусов баллов. Это такое условие для спонсора. Если вы приглашаете друзей и помогаете им получить... Пригласили двух друзей, помогли им получить каждому по туалетной водичке, то вам в подарок вот такой вот клатч с брелоком всего лишь за 1 рубль. Размеры здесь видно, да, 200 на 25 на 100, 245 грамм, достаточно легкий, эко-кожа и подкладка полиэстер. То есть все такое вот достаточно качественное. И все аксессуары, которые мы... брали, которые нам приходили в подарок от компании «Орифлейм», достаточно долго служат нам, до сих пор есть некоторые. Если вы пригласите 4 друзей и поможете им получить туалетную воду, то вам в подарок за 1 рубль придут часы. Часы у нас очень классные, все очень красивые, сколько бы ни было часов, носятся тоже очень долго. Единственное, что почему мы меняем, ну, хочется что-нибудь новенького, да? Не содержит никель, диаметр корпуса 35 мм, толщина 9 и длина ремешка 20 см, вес всего 34 грамма. Достаточно легкие и на руке будут вам не очень мешаться. Но для тех, кто не любит носить часы, можно их подарить, да, получить их за 1 рубль. Можно их подарить, такой будет прекрасный, шикарный подарок. Пригласи 6 друзей, помоги им получить также туалетную воду каждому. За 1 рубль получите вот такую сумку. Мне сразу эта сумка напомнила другую красную сумку, которая у нас была
тоже по такой же рекрутинговой акции. Ой, эта сумка была вообще, всем она нравилась. Куда бы я с ней ни пришла, все были в восторге. Все спрашивали, где я ее купила, сколько она стоит. Когда объясняла, что это компания Reflame, продай, продай. Естественно, я ее не могла продать, потому что она мне пришла также по акции в единственном экземпляре. Но потом они были там через год, наверное, через два каких-то распродажах, но очень быстро тоже разбирались. Вот, поэтому обратите внимание на сумку. Сумка у нас достаточно тоже легкая, качественная, красивая, удобная. Тоже эко-кожа и полиэстер-подкладка. Длина ручки 50 сантиметров. И следующий такой классный подарок может получить тоже каждый, кто захочет участвовать в этой акции. Помогите четырем вашим друзьям пройти 4 шага стартовой программы для новых консультантов. То есть вы пригласили 4 человека и помогли каждому пройти до конца стартовую программу. То есть каждый человек у вас сделал минимум по 100 баллов 4 каталога подряд. И таких 4 человека. Таким, и когда у вас эти люди сделают эти шаги, вы становитесь счастливым обладателем планшета всего лишь за 1 рубль. А планшет у нас здесь вот написано, не буду я вам перечислять, цвет только белый, потому что многие решили, что он красный, нет, он белый. А вес всего 350 грамм, то есть тоже достаточно легкий, достаточно компактный и удобный. А прочитаете, посмотрите, система Android и так далее, очень хорошие у него такие вот показатели. Вот здесь такое дополнение, да, аксессуары будут единожды добавлены автоматически в ваш первый балловый заказ, совершенный в любом из каталожных периодов, следующих за каталожным периодом после выполнения условий, но не позднее 31 марта 2018 года. В случае также отсутствия продукта компания оставляет с собой право предложить равноценную замену. Но, как я уже говорила, в основном, конечно, все это, что заявлено, то и приходит. Очень-очень редко, когда бывает замена. Но и международное спонсирование не учитывается. Поэтому, если у вас есть международные какие-то веточки, люди, которые работают в других странах, не в Российской Федерации, ваши веточки, то можете их не учитывать, потому что они не идут на эту рекрутинговую кампанию. Я думаю, все понятно. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь к своим спонсорам, к тем, кто вас пригласил, и вам все разъяснят. А следующая наша акция. Только в период с 14 каталога 2017 года по 1 каталог 2018 года ваше рекрутирование будет как никогда доходным. То есть, опять же, тема рекрутирования у нас продолжается. Что же нам теперь? Что же мы будем получать помимо наших подарков, да, помимо наших красивых аксессуаров, что же мы еще можем получить от этой рекрутинговой кампании? Здесь даже не то, что от рекрутинговой, а вообще в любом случае, что мы получим, приглашая новичков, помогая им размещать заказы. Каждый бонус-балл вашего рекрута – это 2 ОРИ рубля вашего бонуса. То есть, если ваш новичок разместил заказ на 100 баллов, то вы получите за него такие виртуальные ОРИ рубли, 200 рублей. То есть на вашем счете виртуальном компании Oriflame будет 200 ОРИ рублей. Что же мы можем сделать с этими ОРИ рублями? Да? Как использовать, как их обменять на отличные призы? Что для этого нужно? Быть приглашающим спонсором, то есть быть рекрутером, то есть приглашать людей. Размещать личный заказ минимум на 150 баллов суммарно в каждом каталоге программы. То здесь условия такие. Если вы приглашаете людей и собираетесь копить эти ОРИ рубли для того, чтобы обменять их на подарки, то вам нужно как минимум делать 150 баллов в каждом каталоге. То есть в 14, 15, 16, 17 и 1. То есть во всех этих каталогах нужно сделать заказ на 150 и более бонусов баллов. Помогать. Приглашать друзей, помогать им делать заказы. И получать 2 ОРИ рубля за каждый балл своего новичка. Думаю, что здесь все понятно, да? Суммировать, накапливать эти баллы и так далее. То есть накопленные ОРИ рубли позволяют приобрести технику, согласно перечню ниже. А вот перечень, я не стала его сюда вписывать, потому что здесь просто слова, картинка здесь потом попозже будет.
Перечень вам придет обязательно всем с заказом, кто будет делать заказы, все условия, все придет вам на листовочке, все потом можно будет прочитать. А вот такой вот один из подарков, да, это ноутбук Dell, что стоимостью 16 990 рублей можно его получить до, за 1699 рублей. То есть компания предлагает оплачивать ваши призы до 90% ОРИ рублями. То есть стоимость будет прописана каждого подарка, каждого продукта. Но если у вас не 90%, не хватает 90%, а у вас меньше, да, там на, хватает на 80%, то вы также можете все приобрести, заплатив частично ОРИ рублями, частично обычными рублями. Вот. Тоже, я думаю, здесь все понятно. Вот такая вот картиночка это того, что у нас компания предлагает. Посмотрите, здесь есть такие достаточно мелкие призы, да, и покрупнее, и телевизор есть, и ноутбук, и микроволновка, и много-много еще чего. Поэтому, пожалуйста, смотрите, выбирайте. Кофеварка, по-моему, есть, или кофемашина. Вот, поэтому смотрите, выбирайте, рекрутируйте, размещайте заказы на 150 баллов и получайте вот такие вот подарочки, такие призы. И супер новость в юбилейный год. Что же нам компания такого суперского предложила? Закрой новое звание за период с каталога 13 по каталог 10 2018 года или 2 или 3 новых звания и получи за каждое из них премию по плану успеха, как у нас уже оговорено. По плану успеха за каждое новое звание получает премию в долларах в зависимости от того, какое это звание. А также дополнительно 50 тысяч рублей за каждое новое звание. То есть премия не отменяется и платится дополнительно 50 тысяч рублей за каждое новое звание. Неважно, в каком месте лестницы успеха вы сейчас находитесь. Открывая одно новое звание в этот период, дополнительно ко всем бонусам вы получаете плюс 50 тысяч рублей. Открывая два новых звания, вы получаете 100 тысяч рублей. Открывая три новых звания, вы получаете 150 тысяч рублей. То есть это очень выгодная программа, это очень выгодные деньги. Лидер России, закрывший два и более новых званий. То есть посмотрите, за 2016-2017 год в компании закрывалось 77 человек, закрыли два новых звания. И один человек закрыл 6 новых званий. Это говорит о том, о чем? О том, что это все реально. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, как все, насколько это все реально. Люди, раз люди могут, значит, кто-то может, значит, сможем и мы. Также компания продолжает у нас квалификация на банкет директоров, который у нас пройдет в июне 2018 года. Закрытие шестым каталогом у нас. То есть в шестом каталоге нужно закрыть звание директора, и ты получаешь две путевки, два приглашения на банкет директоров в Москву. Это очень классное мероприятие, на котором обязательно нужно побывать. А дальше у нас золотая конференция. Золотая конференция у нас проходит каждый год. На нее также нужно квалифицироваться для поездки впервые. Нужно 25-22% групп в первом уровне суммарно за период квалификации. Ну, если своими словами, то нужно нужно найти двух людей, которые захотят стать директорами, помочь им стать директорами в ближайшее время. Но так как у нас время уже поджимает, то, конечно, желательно найти сразу четырех людей и в ближайшие 2-3 максимум каталога выйти уже на этот уровень, на уровень директора и получать уже вот такие вот подарки, такие вот приглашения на золотые конференции. Следующая золотая конференция в 2018 году у нас пройдет в Мадриде. Поэтому приглашаю всех участвовать в этих акциях, получать подарки, получать приглашения на банкеты директоров, на такие конференции, на золотые бриллиантовые исполнительные. Желаю всем удачи, всем пока-пока.